тут некоторые забывают. Вот, кстати, я сам всем пишу, типа, потому что... Я жду твой бой, я понял, понял. Вот мой бой. Ну, напиши тоже сопернику, может, играете, потому что Юсуф писал, что прям этот раз вообще слабо отыгрывают ребята. Так. Так что кто там в бомжах есть, обязательно отыгрывайте бои свои. Это важно. То есть бомжи лига — это гордая независимая лига, ребята. Нужно лучше играть в бомжах, чем вы играете. Хорош, хорош. Я чуть не ожидал даже, что он заблочит. Прям вообще жесть. Красава. Пытаемся финишировать его, типа, в борьбе, потому что, ну, Тил очень техничный ударник. Против Тила тяжело рубиться, на самом деле. Поэтому мы будем... Не-не-не, не затащим, как бы, потому что не можем себе этого позволить, да? Ой, неплохой урон, кстати, по пузу прошел, как вы видите, да? Хорошо, пока все получается на самом деле, то есть пока все нормально. Ох, как жестко. Ну да, я же говорю, Тил, он, ну, хороший ударник, то есть базара ноль тут, конечно. Хорош, хорош. Знаменитые хайкики от Камару Усмана, да? Жесть, жесть. Ну нормально, здесь пока нормально развалим, да? Жду твой бой, знаешь, это в Узбекистане. Подожди, то есть ты имеешь в виду, что в 10 лет в Узбекистане люди уже начинают стареть или что? Сухую развалил ты его. Ну пока вроде бы да. То есть пока вроде бы... Ну не, он раз меня грохнул, по-моему, да? Комбиной какой-то. А так в основном, конечно, да. Так в основном, конечно, пока получается, типа, побеждать. Ууу, господи, господи, это прям жесть какая-то. Ну да, да, очень жестко, очень жестко. Я думаю, блин, это даже в нарезочку можно какую-то вставить, типа, вот такой нокаут, пацаны, как вам? Мне кажется, Тилу долго придется от такого отходить. И мне кажется, здесь я забрал душу удара на Тила. Спасибо за бой, но мне кажется, это прям вообще жесть. Мне кажется, это смерть. Пацаны, как думаете, он умер или нет? Жестко, жесткий бой на самом деле, очень жесткий бой. Что, Димон, ты хочешь со мной зарубиться или нет? Или после такого ты уже не хочешь со мной драться?